Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня ночью мне снова приснился страшный сон. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет! И во сне вы можете видеть, сейчас уже, наверное, я сейчас вам покажу, просто ужасная погода, просто какой-то ураган. Дело в том, что во сне ко мне явилась девочка, которую я освободил вот из этой куклы. Если вы не знаете, о чем идет речь, то, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании, или здесь сейчас будет подсказка, и смотрите все с самого начала, что и как происходит, чтобы я сейчас не углублялась. Большое спасибо всем, кто пишет мне добрые комментарии с поддержкой. Спасибо за ваши лайки и за подписку на мой второй канал Ясинская Пэтс, где я рассказываю для вас страшные истории. Итак, ребята, мне приснилась девочка во сне, которую я освободила. И когда проходил обряд освобождения, она сказала то, что она просит оставить эту куклу в дар. Позже, когда я легла спать ночью, потому что это была первая ночь, спустя две ночи, которые были просто абсолютно ужасными и бессонными, когда мне приснилась эта девочка и сказала, что таких, как она, очень много. Их даже не сотни, их больше. И она всегда твердила про остров кукол, остров кукол. И дело в том, что это все началось с того, что я смотрела информацию об этом острове кукол, где какой-то, ну, достаточно взрослый человек, он вел такую жизнь одиночную, и он увидел как-то призрак девушки, девочки, вернее, маленькой, и после чего поутру он нашел куклу, и потом он все свое место, весь свой остров, он завешивал старыми и ненужными куклами, он их обменивал, или люди ему привозили этих кукол. Так вот, та девочка, которая явилась мне во сне, она велела мне делать абсолютно то же самое. Она сказала, что здесь, в России, я должна создать именно память этим девочкам, и олицетворяться это будет в виде их брошенных кукол. Куклы, которые зачастую имеют души этих детей, этих девочек. Вот, ребят, поэтому я это все восприняла достаточно буквально. И вы знаете, что у нас здесь, в мистическом нашем месте, где, в принципе, все и начиналось, где мы с вами построили мистический дом из дерева, я думаю, что это наиболее подходящее место для того, чтобы поселить туда эту куклу и увековечить ее. То есть я оставлю эту куклу в этом доме из дерева навсегда, навечно, в память о том, что я спасла душу этой девочки. Но вот ведь вопрос. Она говорила о том, что нас таких много, нас таких не сотни и даже больше. И тут у меня пробежала такая мысль. Возможно, у каждой куклы есть история, или как это вообще будет проявляться. То есть мне нужно будет искать эти истории, или эти истории сами найдут меня. Вы узнаете об этом, если прямо сейчас подпишитесь на мой канал и поставите лайк, ребят. И еще что я вас прошу о том, что девочка сказала, что имени у кукол нет, они безымянны, безымянны все куклы пострадавших детей. Поэтому я прошу вас прямо сейчас в комментариях написать, как бы вы хотели назвать нашу первую проклятую куклу, которую мы спасли. Ну а сейчас мы пойдем ее крепить на наш дом из дерева. Ребята, я сразу говорю, ураганный ветер, звук будет достаточно плохим, поэтому просто мы проведем обряд посвящения и присоединения этой куклы к нашему мистическому дому, а вы будете за этим наблюдать. Пойдемте. Ребят, прямо сейчас мы направляемся к нашему дому из дерева, где мы и поставим эту куклу. Вы можете наблюдать просто невероятный ветер, который именно в этот день здесь просто возник. Потому что я достаточно часто звоню сюда и узнаю, как погода местным жителям. И они говорят, что абсолютно все тихо и спокойно. И, ребята, я приезжаю, и прямо перед моим приездом падает мой мистический трон. Вы можете видеть, насколько просто велики разрушения. Смотри, Дим, вот сбоку это более понятно. Кресло сломалось с короны. То есть оно стояло вот так, и это сейчас просто лежит все на земле. Это случилось буквально как только я подъехала с этой куклы. Я не знаю, в этой кукле не должно быть никакой проблемы. Мы уже все сделали.
Ребята, вот наш дом из дерева, и сейчас эта кукла будет самой первой куклой, которая появится в этом доме. Не считая эту куклу Вуду. Кстати говоря, вы знаете, ребята, вот эта кукла очень давным-давно, я заговаривала эту куклу Вуду на себя. Это видео вы тоже можете увидеть на моем канале. И до сих пор эта кукла прибита к этому дому. И после того, как я узнала про остров кукол и узнала про эту девочку, и приехала сюда и увидела то, что эта кукла здесь прозимовала всю зиму, я поняла, почему эти призраки и духи выбрали именно меня. Я должна буду просто обвешать весь этот дом куклами, не просто обычными куклами, а куклы, которые помогут освободиться многим-многим душам, которых безнаказанно просто убили люди, или уничтожили, или сделали все как-то так, что эти невинные дети погибли. Поэтому, ребята, я предлагаю на данный момент, вот здесь у меня сейчас есть веревка, я ее повешу именно здесь. И, ребята, не забывайте писать имя для этой куклы. Сейчас я скажу обряд. Ребят, я как-то чувствую себя не особо. Погоди-ка. Дим, я что-то слышу. Я снова слышу плач. Я слышу детский плач. Из леса. Из леса. А? Дим, что это там? Что это там синее далеко? Подожди. Что это? Это какой-то велосипед. Оттуда плачет ребенок. Нужно проверить это срочно. Скорей! Скорей! Это кукла! Кукла! Посмотри, что случилось. Мне нужна Катя, мне нужен гипноз, я ничего не чувствую. Что, что будем делать, брать куклу с собой? Не плачь, не плачь. Ребята, она плачет. Я не могу понять пока, чем ей нужно помочь. Мне нужно срочно связаться с Катей, погрузиться в гипноз и узнать историю этой новой куклы. Я знала, что так будет. Ребята, прошу, поддержите меня лайком. Подпишитесь на мой канал, и до новых встреч в новых мистических видео. Пока!